19-21 марта 2021 года в Челябинске состоялся межрегиональный турнир по тхэквондо ВТФ «Челябинск Опен» среди детских, кадетских, юниорских, возрастных и весовых категориях первой и высших лиг. Более 1000 участников из разных регионов России собрал этот турнир. В этих соревнованиях приняла участие и показала хороший результат команда «Восток» города Верхнеуральска от Управления физической культуры и спорта администрации Верхнеуральского района. После долгого перерыва из-за пандемии для всех участников этого турнира было непросто настроиться на соревнования такого уровня и масштаба. Мехтахова Дана участвовала в двух лигах – в первой и высшей. В первой лиге в категории 29 килограммов среди младших юниоров 2007-2009 годов рождения заняла первое место. В высшей лиге в этой же категории заняла третье место. Это были ее первые соревнования. Адмаев Иван выступал в весовой категории 33 килограмма среди младших юниоров 2007-2009 годов рождения. Одержав две победы, вышел в полуфинал. Первые два раунда были равными. Но в третьем раунде уступил всего 2 балла сопернику из Перми. В итоге бронза. Хорошее выступление показал Корбов Тимофей, одержав также две победы, одну из которых досрочно. За выход в полуфинал с небольшим разрывом уступил сопернику из Екатеринбурга, остановившись в одном шаге от бронзы. Финансовую поддержку оказало Управление физической культуры и спорта Верхнеуральского района. И, конечно, поддержали спортсменов родители.